Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саводитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарунодаям Гопи Джанна Самаюктам Винда Ванам Манухар Ванчакалпатарувасчакипасиндубевача Патитананг Павунибхо Вайшнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирим Яткипатамаханг Ванде Парамананандамалавам Бриндавайтусидевайпиявайкешвасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нараттамам Девин Сарасвати Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеша Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагодварам Дхайям Сада Парибхавагна Вавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатвихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпад Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кемапигабоду Свадарши, Пурнану Рагараса Сагарасара Мурти, Сарадхикамай Када Кифам Курас. Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Аджануламмита фужоу канука бодато Шанкиртаной капитару камала ютакшо Вишам бару дижавару жугадхарма пало Банде жагат приякару Каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Муктинча Муктинча Тада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табама Бхагам Нараяно Прияманго Мада Пухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшми Джасача Бхакшаши Джасьясиде Самбид Тамни Шинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Labdha sudurlabhagam bhusham bhavante manusya martadam anittam apiha dhira turunam jateto napateto anumitto yava nisriya saya kaloho vishaha sarvatoho sad. Labdha sudurlabhagam bhusham bhavante manusya martadam anittam apiha dhira Turunam jateto na unumittu yavat. Nisriya sayah vishaha kholi sarvato hosa. Gaudiya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагат Гуру сказал. Брахманда Бхамите Куна Бхагаван Джи Гуру Кришна Прасаде Пая Бхакти Лата Бичи. Gaudiya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagat Guru told Brahmanda Bhramite Kono Bhagyavan Ji Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bij. In course of traveling this infinity world, скитаясь по бесчисленным мирам, in course of traveling this infinity world up and down, sometime попадая то на райские планеты, то на адские, maybe previously some life то становясь царем, то нищими, то животным. В конце концов, джива обретает человеческое тело. В этой жизни мы обрели его. В Падма-пуране есть шлока. According to this calculation, we can see that 84 different species of life we are traveling. Существует 84. 84 lakhs. Лакха. 84 lakhs different kind of species we are traveling through. Живых существ, разновидностей живых существ. И мы можем родиться в любом из этих видов. Порой мы рождаемся как животное, порой как птица. Иногда как человек. В действительности не все то есть люди тоже разнятся. Можно родиться в племени, в Африке, в африканском племени. Кто знает, кем я был в прошлом своем рождении? Дживатма скитается с незапамятных времен. Вчера я рассказывал о том, как в Южной Индии, как в дочь царя вселилось привидение. When the king wanted to give the, because the ghost speaking, if you give me water was of some Vaishnavas, I mean pure Brahmin. Дух сказал, что я не уйду до тех пор, пока ты, вы не дадите мне вчера Навриту сладостный стоп Вайшнава. No, I cannot take. He is actually fallen so. Previous life he was a snack. Предложили. Пыль. Предложили воду с омывшей лотосной стопы. Так называемого ачарьи. И дух отказался. Он сказал, в прошлой жизни он был змеей. Но каким-то чудом он вкусил учиштху, остатки пищи вайшнава. И поэтому в этой жизни он родился как браман.
родился в брахманической семье. Но его учишь, я пить не собираюсь. Воду, омывшую его стопы, я пить не собираюсь. Если вы дадите мне... воду, омывшую лотосные стопы Лакшмана Дехи. То есть это имя Рамануджа Ачарьи в детстве. То есть, представляете, речь шла о Ядава Ачарье. В прошлой жизни он был змеей. А сейчас он родился как Ачарья. То есть он родился в брахманической семье и занял положение Ачарьи. То есть жизнь за жизнью мы скитаемся по 14 мирам, и не все люди одинаковые. То есть можно родиться с одним уровнем сознания. То есть когда живое существо обретает истинную удачу, оно получает человеческое рождение, человеческое тело. Тем не менее, все равно, даже если вы родились как человек, очень маленькая вероятность, что вы начнете совершать харибаджан. Посмотрите, даже в Индии, если вы родились в Индии, большая удача родиться здесь. Но кто, сколько людей здесь совершает баджан? Да даже те, кто родились в брахманических семьях. Они просто хвалятся своим брахманическим шнуром и ничего больше. То есть они не нацелены на баджан. Поэтому хари баджан крайне редок. Тем не менее, он доступен. Совершать его возможно. Есть все возможности у нас с вами. Прежде всего, необходимо почувствовать себя беспомощным и одиноким. Только в таком случае вы получите поддержку, получите помощь. Если вы будете просто сидеть и плакаться мне, при этом ничего не делая, при этом не предпринимая никаких усилий, просто слушая харикатху, но ничего не применяя в практике, ничего не применяя на практике, ничего не практикуя, вы ничего не сможете осознать. А осознание — это в действительности главное, к чему мы стремимся. Без осознания все бесполезно. В прошлый раз я объяснял одну шлоку из Гиты. На нее Бхактивинода Тхакур написал комментарий. В этой шлоке Бхагаван Шри Кришна обращается к Арджуне. Арджуна, что бы ты ни делал, что угодно, что бы ты ни делал, искренне или не искренне. То, что ты делаешь, сопровождается определенными чувствами. То есть ты что-то испытываешь. И эти
вот эти чувства как раз откладывают опыт в твоем сознании. И в соответствии с этим опытом ты делаешь свой будущий выбор. Мы находимся в океане трех гун материальной природы. В океане майя. Всюду материя. Все, что нас окружает, материально. Даже во сне мы не можем представить, нам не может присниться даже такое, что мы живем без материи. Но слушая Харикатху, вы могли бы осознать, что материя не имеет никакой ценности. Она бессмысленна. То есть материя, а есть то, что ей противоположно. Это было доказано и учеными в том числе. Они поняли, что за пределами материи есть нечто. Тем не менее, они не смогли понять, что это. Не смогли доказать этого. То есть нам нужно примененное, то есть воплощенное, то есть примененное на жизни знание. Тогда мы обретаем осознание. Среди бесчисленного количества живых существ едва ли встретишь одного-двух, кто может осознать то, что материя и атма не имеют ничего общего, что душа и материя — абсолютно две разные субстанции, и что в действительности душа не нуждается в материи. Но мы испытываем единение с материей, с материальными связями, с материальными привязанностями. Но это в действительности, с точки зрения Абсолюта, это бессмысленное отношение отца и дочери, мужа и жены. Например, вы же женились в 32 года, а умерли в 74. 72. И вот с 32 до 72 вы считали и говорили всем, что вот это моя жена. То есть вот всего лишь на этот период вы считали вот эту женщину своей женой. То есть такой короткий промежуток времени. Даже ученые понимают, что все относительно, но мы, совершая баджан, этого не понимаем. Таков наш баджан. На таком уровне наш баджан находится. Один ученый, для того, чтобы углубиться в философию, он изучал Бхагавад-гиту, для того, чтобы он изучал теорию относительности. Он для того, чтобы читать Гиту, выучил даже санскрит. Если я вас спрошу, вы умрете? Вы, конечно, скажете, да, мы умрем. Но это не ваше прямое сознание. Это имеется в виду, что вы этого не осознали. Потому что если бы вы это осознали, я сейчас клянусь на Бхагавад-гите, что вы бы оставили все бесполезное. Как только вы осознаете, что вам скоро умирать, вы отбросите от себя все ненужное, все наносное. Десятого ноября утром в 6 часов он,
один человек получил известие, что он умрет. То есть, если бы сказали человеку, что он умрет в определенную дату, в точное время, за какое-то время, что вы думаете, перед своей смертью он бы просил что-то вкусненькое поесть? Захотел бы он что-то вкусненькое, чем-то насладиться? Нет, потому что он точно осознавал, что сейчас ему умирать. Но если бы у нас было такое прямое понимание этого, нам также ничто не нужно было бы в этом материальном мире. Именно поэтому мы так спокойно живем. Итак, это очень важный момент. Жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. Мы рождаемся и умираем. И сейчас нам повезло родиться в форме, в теле человека. Но даже те, кто представляет себя как вайшнава, носят тилаку, кантималы, но смогут ли они поклясться на Шилограмма Шили, что они хотят лишь Бхагавана и ничего, кроме него? Итак, прежде всего, наша обязанность осознать, что мы одни во всей этой Вселенной. Нет у нас ни друзей, ни отца, ни матери. Это первое, что нужно понять. А затем, постепенно, по милости гуру и вайшнавов, вы поймете, что вы не одни, что у вас есть гуру и вайшнавы, что у вас есть Господь. Но сейчас, в начальной точке своего пути, необходимо осознать, что вы одни. Как в случае с Гаджендрой, в истории с Гаджендрой. Он любил свою жену, Гаджендра Слон, из истории, которая описана Шримад Бхагаватам. Он был очень привязан к своей жене и любил ее, думал, что она поможет мне, и мои дети, они вместе объединившись, могут вытащить меня из озера, где я, где, то есть из опасной ситуации. Но когда он оказался в этой опасной ситуации, и никто не мог понять ему, никто не мог помочь ему, он понял, что сейчас я умру, никто не может мне помочь, я абсолютно один. И внезапно, как раз в этот самый опасный для себя момент, он вспомнил то, что было в его прошлой жизни. Прежде он был царем, Индрадюма Нараджой. Он совершал баджан. В горах. В пещере. Так вот, он вспомнил, что он поклонялся Господу, потому что плоды Харибаджана никогда не исчезают. Можно забыть все, что было в прошлом. То есть, возможно, в следующей жизни вы не вспомните ни своих нынешних отца, ни мать, потому что смерть — ничто иное, как забвение обо всем. То есть смерть — это обрубание связей с прошлым. Просто обрубаются связи автоматически. Вот это и есть смерть. Вы даже забываете о своем теле, нынешнем теле, о теле, которое было в вашей вот этой жизни. На самом деле, смерть — это бессмысленное слово, потому что речь идет совсем не о смерти. То, что мы подразумеваем под этим словом, таковым не является. Это просто обрубание нынешних связей. Ведь атма никогда не умирает, душа бессмертна. И Бхагаван в Бхагаватам дает такое определение смерти. Смерть — это просто забвение о прошлом.
То есть вы не можете сейчас вспомнить, что у вас было за прошлое рождение, кто у вас был отцом, кто матерью в прошлой жизни. Итак, слушая Харикатху, день за днем, вы осознаете, что смерти не существует. И это говорит о том, что вы по-настоящему пьете амриту, нектар бессмертия, харикатху. В таком случае все проблемы, накопленные с незапамятных времен, во всех ваших рождениях исчезнут. И это факт. Когда вы извлекете, будете пить нектар, пить амриту харикатхи, вы перестанете бояться смерти, перестанете тревожиться, а в противном случае от них не избавиться. Они постоянно идут за вами. Страх, беспокойство, волнение. Итак, прежде всего, я прошу вас, постарайтесь ясно понять, не так, чтобы где-то на заднем плане в уме это было, а понять, что скоро настанет время, когда вы оставите этот мир, и вам не на кого будет положиться, вы будете одни в этом, в этой ситуации. Отец не сможет защитить сына, сын не сможет защитить отца, мать не сможет помочь отцу. То есть никто не сможет помочь. Лишь Верховный Господь. Не ваши деньги в банке. Не ваши охранники, не какие-то материальные познания вас не смогут защитить. Никакая страховка. Вы думаете, что все это страховка, вот обладание всем этим, это страховка, то, что поможет вам. Но это не так. Итак, прежде всего, нужно понять, что вы одни. Если вы почувствуете это одиночество, вы начнете плакать, почувствуете себя беспомощными, и именно тогда вы будете готовы принять прибежище гуру и вайшнавов. Никак не раньше этого. А когда вы примете прибежище, вы осознаете, что вас окружает гуру, вайшнавы и Бхагаван. Они защищают вас. А если вы не прибегнете к помощи гуру и вайшнавов, когда вы будете чувствовать это одиночество, вы пойдете к материалистам. Будете вновь завязывать материальные связи. Итак, Прабхупад говорит, что по благой удаче мы встретились с гуру и вайшнавами в своих скитаниях по 14 мирам. Наконец-то наступил тот момент, когда мы соприкоснулись с вайшнавами. Но встреча с вайшнавами должна быть настоящей. Без настоящей встречи с Гуру Вайшнавами я не получу бхакти-лату, семя бхакти. И лишь приняв их прибежище, я смогу пересечь материальный океан и достичь трансцендентного мира никак не раньше. Думаю, что прежде всего вам необходимо понять свое относительное положение. Вы сейчас находитесь в относительном мире, в мире относительности. Если вы поймете, что все здесь относительно, вы сможете предпринять правильные действия.
Но если вы не поймете, что за мир окружает вас, что это бренный, тленный мир, вы будете продолжать наслаждаться им. Вы будете уверены, что все в порядке, у вас есть деньги, у вас есть дом. Итак, пару слов я хочу сказать о теории относительности. Если вы изучали физику, вам поможет это понять. Вам поможет понять то, что я пытаюсь сказать. Допустим, два элемента движутся с огромной скоростью. For that reference frame, I can discover from one train, if I look to the other train, I can find that both the train is static. Static means not moving. Same velocity. So you can see same velocity mean, you can find from this train that this train is static, not moving. But actually not there. It is a theory of relativity. Два поезда едут по рельсам. Они едут одинаково в одну точку относительно друг друга, они не движутся, но они едут с огромной скоростью. Рельсы противоположны, то есть они противоположны друг другу едут. Тем не менее, пассажиры в этом поезде думают, что они стоят на месте, потому что два поезда едут одновременно. Скорость 120 км в час. То есть 120 км скорость одного, 120 км в час скорость другого. И таким образом, если попробовать найти разницу между ними, разница будет равняться нулю. И людям кажется, что они стоят на месте. А предположим, если бы они ехали в разных направлениях, один поезд едет вперед, другой назад, тогда мы очень четко поймем разницу в их движении, что если поезд пронесется, то есть они, в той точке, где они будут проезжать мимо друг друга, пассажиры поймут, что они едут очень быстро. Как ветер. Потому что в таком случае разница их скорости будет заключаться в том, что 120 км в час прибавляем еще к 120 км в час скорость одного поезда к скорости другого, получается 240. То есть это двойная скорость. Таким образом, мы помещены в определенные рамки нашей кармой. И мы вынуждены в этих рамках чувствовать себя, вот в этом поле, в этих рамках чувствовать себя комфортно. Мне кажется, что все тут хорошо. То есть это, но все это относительно. И самоосознавшие себя души понимают, что это лишь иллюзия. Всего 20 минут назад я произнес шлоку из Бхагавад-гиты. Арджуна говорит, Кришна говорит Арджуне, гораздо более
практично совершать яги в уме. Бхагаван говорит, что бы вы ни делали, например, я здесь 2 года назад на Джанмаштами совершал яги, проводили яги здесь. Возливал в огонь масло, предлагали ему фрукты, зерна, цветы. Потому что в шастрах сказано, что это нужно. Но каков конечный смысл этой яги? Все вы мне пожертвовали деньги, я купил на эти деньги много, много всего для яги, для жертвоприношения. Но смысл-то какой? Смысл, вот я предложил огню много-много продуктов дорогостоящих, но каков смысл? Если ягья была направлена на материальные цели, на материальные блага, она бессмысленна. Но если она была направлена на духовное сознание, то есть мы же не сумасшедшие, чтобы заниматься ерундой. То есть потратили деньги, время. Конечно же, у нас был тонкий мотив. То есть какой-то... Мы преследовали какие-то духовные цели. То есть суть в том, что бы мы ни делали, каков результат. Лишь безумцы не думают о том, каков будет результат их действий. Вот вы приехали из дальних стран, вы потратили кучу денег. Я даже представить не могу, сколько... То есть мне страшно подумать, сколько стоили ваши билеты. Огромная сумма денег. Но вы потратили их, приехали сюда. Но должна же быть какая-то причина вашего приезда. То есть вас сюда что-то привело. Кто-то в вашем сердце сказал, что вам нужно в Индию. Но для чего? Какое-то вдохновение было в сердце. Иначе без прямого или косвенного вдохновение Бхагавана, никто ничего в этом мире не делает. То есть нас вдохновляет Бхагаван прямым или косвенным образом. Как Дурьотхана, прежде чем оставить тело, он сказал, я знаю, что такое дхарма, и знаю, что такое, что ей не является, что противоположно дхарме, что такое адхарма. Тем не менее, я не мог прекратить совершать адхарму. Я не мог прекратить грешить. Я не знаю, почему. Но действительно, все это из-за влияния кармы. Если плоды кармы плохие, майя заставляет нас грешить. То есть в действительности майя — это энергия Кришны. И именно она руководила Дурьотханой. То есть таким образом сам Кришна вдохновлял его делать то или иное действие, но не прямо, а косвенным образом. I want to say, at least Duryodhana could realize
То есть я хочу сказать о том, что Дурьотхан как минимум смог осознать, что он был вынужден совершать адхарму, он был вынужден грешить. То есть это может быть еще не абсолютная истина, потому что я не могу сказать, что Дурьотхан вообще был способен говорить об абсолютной истине. Тем не менее, то, что он говорит, это так или иначе наталкивает нас на подталкивает нас к правде, к истине. То есть он сказал, что я знаю, что такое дхарма, но у меня никакого вкуса исследовать не было. Адхарма, я знал, что это плохо. Я знал, что грешить — это плохо, но я был вынужден. Почему? Потому что в его сердце сидела параматма, которая, то есть из-за своих грязных поступков майя наталкивала его на совершение грехов. Но что насчет Питама Бишмы? Он принял обет брахмачарья. Но когда его так называемый гуру Парашурама приказал жениться ему на двух сестрах, он возразил: «Я не могу на них жениться, потому что я принял обет, что никогда не прикоснусь к женщине». Но тогда гуру стал настаивать. Питама Бишма сказал: «О чем ты говоришь? Ты же гуру, вы должны думать о моем благе». Недавно я разговаривал с одним человеком. Он рассказал про свою дочь. Один так называемый ачарья, который знаменит в этом мире, то есть этот человек встретилась с этим ачарьей. И этот ачарья вдохновил ее stage performance. I mean, art, you know, those were advertisement, modeling. You can go, you can sign there. Заниматься. Going to join there. Finally, she is going to get some prize. And how dare she is going to speak in front of me? I mean, father speaking, she is sitting, that my daughter got prize from. I see you are idiot number one. Не совсем поняла, чем именно, что-то типа модельного бизнеса. In modeling company. И там она получила какие-то награды, то есть достигла какой-то каких-то успехов, и они пришли ко мне, и отец как бы гордился, а я говорил: ну как это возможно? Там не следует никакой нравственности, то есть там нечем гордиться, что вы достигли там какого-то успеха. И поразительно, что этот ачарья вас побудил к такой работе. Вам нужно не хвалиться этим, а сожалеть. Что я хочу этим сам сказать? Получается, что ачарья сам не знает, какие наставления давать дживатме, человеку, какие наставления ему следует дать, чтобы эта душа обрела осознание, чтобы она продвинулась на своем духовном пути. Некоторые ачарьи женят, то есть устраивают такие вот
свадьбы. Но Прабхупад никогда этого не одобрял. То есть гуру, который не понимает, что делать стоит, а чего нет, абсолютно материален. Такого гуру необходимо, от такого гуру необходимо отказаться. Каков в нем смысл? Для чего такого гуру принимать? То есть необходимо четко понимать, зачем вы приходите. Вы приходите совершать баджан? Завтра об этом мы продолжим разговаривать. Сегодня время уже проходит, уходит. Выходит. Таким образом, на протяжении всей нашей жизни мы учимся. Вы не знаете, что, какие уроки я черпаю от вас, от всех вас. Я не гуру, вы все мои гуру, и от каждого из вас я учусь, у каждого из вас. Вот этот человек приехал с Австрии, и я подчеркнул определенный урок. Просто глядя на него. Так я пытаюсь питать свое сознание. Как я уже говорил, когда мои осознания станут такими огромными, что достигнут лотосных стоп Баларама, я достигну удачи. Сейчас наши осознания частичны. Но в действительности они неполноценны. И не могут называться осознаниями в полном смысле слова. Итак, шлока, с которой сегодня начал, очень важна. Когда Яду Махарадж спросил брахмана, видя, как он лежа на земле, бездействует, ничего не делает, несмотря на то, что он прекрасен. Как ты достиг такой мудрости, таких осознаний, что обрел такое безразличие ко всему? Тебя окружает столько всего интересного, столько привлекательного. Но ты абсолютно не заинтересован в этом. Люди кормят тебя, одевают тебя, моют тебя, а ты не обращаешь ни на что внимания, просто лежишь, бездействуя. То есть ему было абсолютно все равно. А весь мир в действительности горит. Почему? Потому что у всех есть эгоистические интересы. Я сейчас с вами не ругаюсь, потому что у меня нет эгоистических интересов. Но ссоры всегда возникают, когда присутствует эгоизм. В действительности все люди сосредоточены на себе. Центр их жизни — это они сами. И когда центры сталкиваются, то есть центр одного человека сталкивается с центром другого, происходят ссоры. Когда же я свой центр своей жизни, свой центр перенесу в трансцендентный мир, я достигну успеха. То есть, когда мой центр станет единым с центром Бхагавана, я достигну успеха, у меня больше не будет проблем. Бхактивинода Чакравартти
Материя не может быть решением проблем, каких бы то ни было. Тогда, когда вы оставите, у вас уйдет привязанность к материи, к материальным вещам, это будет благословенным днем. Когда вы осознаете, что моя душа, моя атма никак не связана ни с чем, что находится в этом материальном мире, то есть у нас выстроены взаимоотношения в этом мире на основании тела, то есть телесные отношения выстроены с окружающими, с родственниками, с родителями. Мать любит своего ребенка. Но почему она его любит? Лишь потому, что в теле присутствует атма, душа. Как только душа уходит, тело хоронит или сжигает. Прахлад Махарадж говорит в седьмой песне Шримад Бхагаватам, что когда человек освобождается от привязанности, он поднимается на уровень Чинмоя, это трансцендентный уровень. Но для этого необходимо оставить абсолютно все привязанности. Единственная ваша вечная связь, единственная связь души — это связь с Бхагаваном. Как только я пойму, что моя атма не имеет ничего общего с этим материальным миром, она достигнет уровня Господа, то есть уровня трансцендентности. Наша жизнь подобна лесному пожару. Этот мир подобен лесу, где полыхает пожар. А мы подобны слону, который забрался в водоем, и огонь не касается его, тем не менее, он полыхает вокруг него. Махапрабху говорил, что нас окружает пожар. Вокруг нас пожар, горит этот лес, полыхает лес. Но как возможно среди пожара спокойно жить? Мы привыкли концентрироваться, то есть фокусироваться на том, что нас окружает. Нам интересно все, что вокруг нас. Наш ум постоянно где-то летает.
И для того, чтобы постичь, если я буду пытаться постичь абсолютную таттву моим несосредоточенным умом, я не смогу достичь успеха в баджане. Если мой ум лишь частично направлен на совершение баджана, лишь частично направлен на то, чтобы постигать истину, мне не достичь успеха. В действительности только Гуру и Вайшнавы могут спасти нас. Никто, кроме них. Бхагаван посылает свою милость нам через своих преданных, через бхакт. В этом киртане говорится об этом. Там говорится, что я расскажу о своем плащенном положении Вайшнаву, и тогда Вайшнав попросит за меня Господа. Ведь напрямую Бхагаван не слышит меня. Гаджендра в своей прошлой жизни практически достиг успеха в баджане, но в конце концов он пал. И в тот момент, когда он понял, что никто ему не поможет, что он абсолютно один со своей, наедине с опасностью, он вспомнил, как прежде он воспевал святые имена в своей прошлой жизни. Как я уже говорил, после смерти уйдут все ваши мирские знания, все, что связано с этим телом. Любое материальное знание покинет вас, но самскары, которые были накоплены в процессе преданного служения, останутся с вами навсегда. Например, вы были доктором наук или каким-то ученым. Все это уйдет, все познания, которых вы достигли в этой жизни, уйдут. Возможно, какие-то самскары, какие-то впечатления останутся, потому что они произвели на вас какой-то отпечаток, наложили на вас. Но даже они, вот эти вот самскары, то есть вот эти впечатления не вечны. Это то, что касается материального. Но все, что в действительности, что вы изучили в этой жизни, вы не понесете с собой следующую. Но если вы приняли прибежище у подлинного саду, это никогда не будет впустую. Если мы что-то узнали от настоящего саду, я даже после того, как оставлю тело, не забуду. Потому что если мы это по-настоящему осознали, оно остается в нашем сердце, как самскары, и никогда уже не оставит нас. Итак, находясь в опасности, Гаджендра сразу вспомнил, что в конце концов вспомнил, что в прежней жизни он повторял мантру. И сейчас в теле слона он начал повторять джапу, повторять мантру, которую он прежде, в прошлой жизни повторял. И это не один такой случай известен, их много. Один слон в Мадхуре, в прошлой жизни он был землевладельцем, богатым человеком, и он, в конце концов, он совершил оскорбление Вайшнаву и родился как слон, а потом Расикананда Прабу его освободил. Я позже расскажу когда-нибудь эту историю. Итак, Гаджендра начал повторять мантру. Вот эту мантру.
Итак, никто не сможет нас спасти, кроме Гуру, Вайшнавов и Бхагавана. What is the reason that for why you are feeling enjoying inside heart? Wherefrom? What is the source? What is the source? Почему же ты так счастлив? Спрашивает Яду Махарадж. Мы черпаем счастье, черпаем наслаждение из внешнего мира. Но сама сознавшая себя душа черпает счастье внутри себя. На самом деле все счастье, все наслаждение находится внутри нас. Но мы как сумасшедшие ищем его снаружи. Завтра я расскажу историю о том, как олень, у одного оленя кастури находился, то есть камень благоухающий находился на, то есть в области пупа, и он пахнул, аромат был настолько прекрасный, что олень пытался, всюду бегал, чтобы отыскать источник. Он всюду пытался найти его, но не понимал, что камень-то находится у него на животе. То есть вот этот аромат исходит из его живота, из камня, который находится на животе. И этот камень очень дорогой. Если вы его поместите где-нибудь, то все в округе будет пахнуть. То есть этот прекрасный аромат расходится на большое расстояние. Точно так же живое существо постоянно пытается обрести больше и больше счастья, денег. Почему? Потому что на самом деле все стремятся к одному. Все стремятся к одному. Все стремятся к счастью. Но люди не понимают, что не найти им этого счастья таким образом, не найти его извне. Лишь если мы предадимся лотосным стопам Господа, Пурнавасту, мы обретем то, что ищем. Яду Махарадж хотел понять, откуда вот этот человек черпает счастье, удовлетворение. Бхагаван говорит Удаве. Яду Махарадж подошел к этому человеку с большим смирением. Он стал перечислять его заслуги, титулы. People don't know that he can speak.
Как правило, Аватхут ни с кем не разговаривает. Люди даже не догадываются иногда, что он разговаривает, что он может говорить. Они его кормят, но он, этот Аватхут, то есть Аватхут, как правило, ведет себя как немой. Люди могут говорить ему много всего, но он не слушает и молчит. Но когда Яду стал разговаривать с этим Аватхутой, он понял, что перед ним преданный, а разговаривать с преданным — это высшее благо. И поэтому он начал говорить с ним. А, как правило, он ни с кем не разговаривал. So this way, Bhagavan will say that Mahabhaga Brahman, both Mahabhaga. Actually, Jodhu is also Mahabhaga, and that Brahman is also, because he is Tattavi. И Яду, и сам Mahabhaga, this title is spoken for that, but Avadhu. Аватхута были Махабхагаватами. То есть Яду сам назвал Аватхута великим преданным, но и сам он являлся таковым. Таттвавид, тот, кто познал таттву, может поделиться с вами своим знанием при соблюдении трех условий. Первое — это предание, смирение. Когда Яду Махарадж обращался к Аватхуте, он подошел к нему со смирением, не с вызовом. Поэтому Аватхут очень хотел ответить ему. И он сказал: «У меня столько гуру, много гуру». Да, да, шикша гуру может быть много, но мы слышали, что гуру должен быть один, дикша гуру один. Я путешествую по всему миру. Почему? Потому что я извлекаю разные знания из всего, что меня окружает. От змей я научился тому, что если я буду дружить со змеей, если я буду играть с ней, она может меня укусить. И если я буду кормить ее бананами, молоком, и она поест это, то оно, то яду не станет еще больше. Ее яд останется с ней, но и благодаря еде она станет еще более ядовитая. Поэтому очень опасно общаться со змеей, имеется в виду, очень опасно вступать в взаимодействие со змеей. И вывод отсюда, что существует
люди, которые выдают себя не за тех, кем они есть, и сердца их очень ядовиты. А общение в действительности очень важно. С кем мы общаемся, очень важно. Общение может либо привести нас к успеху, либо стать причиной нашего падения. Общение — это очень важно, крайне важно. Круг нашего общения крайне важен. Чанака Пандит пишет, что человек не должен общаться с тем, чье сердце ядовито. Если дружить с ним, то рано или поздно такой человек укусит, и мы умрем от укуса, от яда. Авадхота продолжал. У меня столько гуру. Я уже извлек столько уроков от всего, что меня окружает. А теперь я примирил все, что узнал, и достиг умиротворения, достиг блаженства. Теперь ничто не может вывести меня из себя, и я достиг гармонии. И дальше он начинает перечислять своих гуру. Завтра мы в деталях об этом поговорим. От земли я научился, от притхи земли я научился чему-то, от ветра я извлек уроки, от космоса. От Луны, Бога Солнца, и даже голубя. От питона, от океана, от насекомых, от мотыльков, которые летят на свет, на огонь, от слона, от оленя, от рыбы, от блудницы, пингалы. 24 гуру перечислил он и объяснил, что от всех них он получил уроки, а затем примирил все это знание, то есть собрал воедино и обрел полное умиротворение. На сегодня время вышло, завтра мы продолжим. Bhushambhavante manusamartada manittama bihadiva turunam jateto na pateto anumittu javad nishyosaya khulhu vishaha sarvatoho shah vishaya sarvatoho shah manchakalpa durvasya kipasana patitanam pavanibhavashtam pyo